На сегодняшний день на территории Чуйской области ведется строительство более 10 школ. В сентябре планируется сдать в эксплуатацию 6 школ, финансируемых из республиканского бюджета, и 5, которые построятся на средства единого депозитного счета. Качество строительства контролируется соответствующими учреждениями и специалистами. У нас имеется 10 объектов. 5 из них финансируются депозитного счета. Кроме этого, основной проблемой подрядчиков – это повышение цен на строительные материалы. Сейчас мы решаем этот вопрос, и как решим, работа продолжится. Новая школа – качественное образование, поэтому предпринимаются усилия по увеличению числа образовательных центров в стране, улучшению условий для учащихся и учителей. Всего по Чуйской области функционирует 306 школ. Но из-за внутренней миграции количество школьников увеличивается с каждым годом. Так, потребность в новых зданиях школ также растет. На данный момент строительные и ремонтные работы проходят в 12 школах. В Московском районе 2 школы, в городе Токмок 1 школа, в Суклуке 3 школы и в Высокотинском районе 1 школа. За последние годы количество учащихся увеличивается, поэтому необходимы новые образовательные учреждения. Последние пару дней в социальных сетях ведутся дискуссии о строительстве нового административного здания. Некоторые утверждают, что средства, которые можно было бы потратить туда, можно использовать для строительства школы, больницы или других социальных объектов. По этому поводу пресс-секретарь президента Эрбол Сутамбаев прокомментировал через страницу в социальных сетях, отметив, что такие социальные объекты, как школы, уже строились и будут строиться дальше. Школы, больницы, социальные объекты как строились, так и будут строиться. Социальная сфера всегда будет оставаться одним из главных приоритетов государственной политики. По мере того, как государственная машина продолжит наращивать отечественную экономику, в стране будет строиться еще больше подобных объектов. Так, с 1 июня 2022 года планируется повышение размеров социальных пособий малообеспеченным семьям. Социальная сфера остается одним из основных приоритетов государственной политики. Поэтому школы, детские сады и больницы будут строиться по очереди. Рахат Батырбекова, Чингиз Садыков, ВСТВ.